Сегодня в Хакасии официально действует лишь одна ледовая переправа. Вот уже 7 лет ее прокладывают через реку Абакан в Таштыпском районе. Этой зимой из-за частых оттепелей движение по льду открылось значительно позже обычного, только 6 января. Предварительно местные дорожники вручную послойно увеличивали толщину льда. Сегодня на переправе организовано круглосуточное дежурство охраны и спасателей, установлены шлагбаумы, дорожные знаки, предусмотрено одностороннее движение транспорта, предельная грузоподъемность машин не больше 10 тонн, допустимая максимальная скорость 20 км в час. При въезде на ледовую переправу необходимо двигаться со скоростью 10 км в час без рывков, без толчков, без резких торможений. Водитель должен отстегнуть ремень безопасности и открыть дверь. Пассажиры должны передвигаться пешком по переправе. Жители села Арбаты и станции Харачул ледовую переправу сравнивают с дорогой жизни. Протяженность пути через реку около 250 метров. В объезд же по гравийной и железной дорогам везти топливо, продукты и лекарства с одного берега на другой приходится в разы дольше. Для личного и пассажирского транспорта переправа открыта ежедневно с 6 до 22 часов. Спецтранспорт движется здесь в ночное время. Сколько будет работать ледовая дорога, зависит от погоды. Обычно закрывается переправа в конце марта. Наталья Гармашова, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.